Окей. Всем привет! Выехал на речку Южный Буг на вечерний клюв, половить на донки и на поплавочную удочку. Дома сварил пшенички, 2 часика варил на среднем огне и кашу сварил для донки на карпа. Кстати, пару дней назад я на этом месте рыбачил. Забыл взять с собой грабли и клюнул у меня карп на эту кашу. Вторая удочка тоже начала. 2 одновременно. Есть. Карп. Карп клюнул. Ух. Небольшой. Это килограммчик. Пошел на меня. Ой, как я сейчас буду брать, я даже не представляю, с этими водорослями. Блин, пошел влево. Все, в траву пошел. В кушинку завел. Паша, из-за твоей глупости забыл грабли. Потеряешь карпа. Так тебе и надо. Ну, все, он завел кувшинку. Вышел. Сошел. Хвостик только показал и сошел. Ну, где-то под 2 кило был. Может, кило с чем-то. Так, кашка, значит, рабочая с коноплей. Это уже хорошо. Рецепт каши на карпа. В кастрюлю наливаю 3 мерки воды, пол чайной ложки соли и 3 сахара. Одна мерка пшена и перловки. Варю на минимальном огне 20 минут, постоянно перемешивая. Параллельно в разогретую сковороду добавляю мерку семян конопли и жарю на среднем огне не более 5 минут. Также постоянно перемешиваю. Далее семена конопли немного измельчаю, чтобы вышло пахнучее масло. Высыпаю семена в основную кашу и добавляю 2 части жареной макухи. Каша на карпа готова. Ловить я буду на донки. Пришел у меня такой чехолчик с Алиэкспресс. Доставка всего за 12 дней. Хорошая фирма. Жозби. Взял такой небольшой, метровый. Я больше свой езжу на рыбалку на велосипеде. Там мне надо было такой компактный. Ткань хорошая, качественная. По оснастках у меня будет один кормачок, флет, и третья это насома. Сегодня еще ближе к вечеру хочу забросить удочку. Вот таких красавцев насобирали.
почистю местечко грабельками. По правую сторону не буду трогать, там поплавочку заброшу. А с левой стороны это надо убрать для донок. Сома. Это фидерное удилище с кормочком. Сейчас как раз и заброшу его. Фидерное удилище у меня фирмы Obey с тестом 40-120 грамм, 3,60. Покупал ее тоже в Алиэкспрессе. Классное удилище. Прикормку еще хочу чуть-чуть кукурузки добавить. На кормочке у меня два крючка, на один крючок поставлю пуфик медовый. И застопорю его опарышем. А на второй крючок кукурузки поставлю. Остальные два удилища у меня Apache Navigator в размере 2.10. Это удилище уже служит примерно 7 лет. А это трехметровые, тоже Apache Navigator. В прошлом году приобретал таких два, но одно удилище в прошлой рыбалке эпично сломалось при забросе макушатника 75 грамм. Нормально. Вот и Apache Navigator сломался при забросе макушатника. Видно, где-то я пережал удилище или был удар и пошла слабина. Прошло пару часиков, с клевом все плохо. Ходил рядышком тут справа, рыбаков тоже спрашивал, тоже глухо, ни поклевки. Поставлю снасть на сома. Осталось полчаса до заката. Снасть у меня вот с таким подводным поплавком. И тут один крючочек. Так, медведка. Жало обязательно прячем. Хорошо. Не понял, что это было. Это что, на поклевка на сома было уже? Ну да. Уже сом клевал.
буквально пару минут как забросил. Так, а ну я проверю. Надо проверить снасть. Ну вот, смотрите, хвостика медведки нет. Была поклевка сома. Жало открыто, это все, уже поклевки не будет. Надо прикрывать новой медведкой. Сами клюнули. Блин. Куда? Апач-навигатор держит. Ну вот, в траву завел. Иди сюда. Ух. Касал. Где моя подсака? На! Поможешь? Да. Уже подберем. Пацака вообще не годится. Угу, дякую. Ты что с тебя ловишь? Вовчок, медведка. Вот такой сомик клюнул. Красавец. Так, хорошо, крючок заглотил. Что-то аж адреналин подскочил, аж руки трусятся. Три двести. Вот такой сомик клюнул, красавец. Пока это мой рекорд. Мой садок уже не совсем под эту рыбу. Так, не теряю время, у меня есть еще одна медведка, заряжаюсь,
и в бой. Паша, тебе надо хорошая катушка. Эта катушка уже ласты склеила. Смотрите. Вот тебе и катушка бюджетная. В Авроре покупал. Поклевка, поклевка на Сома. Блин, катушка сломалась. Ого. Блин, сход. Сход. Блин. Вот такая плохая катушка. Материться же нельзя, да, в видео. Не понимаю. И как он умудрился всю медведку спереть? Эх, хороший сон был, наверное. Так, азарт, азарт. А медведки-то больше нет. Так, сейчас будем импровизировать. Червя. Возьму навозную. На Алиэкспрессе 11.11 будет распродажа. Я уже себе присмотрел на саму катушку мощную. Подкуплю денежек и куплю. А сейчас, пока как у нас говорят, что маємо, то маємо. Отправляем. Как назло, на поплавочку не клюет, на донки тоже. Так бы на живца сейчас поставил. Сома у нас есть тут. Прошло 40 минут, даже не шелохнулся сигнализатор. В общем, медведку Сому подавай. На этом буду закругляться с рыбалочкой. Ребята, если рыбалка понравилась, поддержите лайком, а я в свою очередь еще выйду на сомика. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.